Я вам хочу сказать, что мы продолжаем и будем продолжать. Мы даже сотрудничаем, открыли на специальной платформе возможность для пожертвований, для того, чтобы помогать нашим... Вы открыли отдельно еще одну платформу, а потом будете вы, знаете, средства закупать... Необходимое оборудование? Я не понимаю просто. Есть несколько, есть муниципальные, есть государственные платформы, которые, да, с номерами банков, со всем, куда можно перечислять средства. А вы открыли отдельную, сейчас хочу уточнить. Да. Мы заключили соглашение с платформой благотворительной, отдельный счет для специальной социальной программы. Мы помогаем нашим старикам. Специальный ажут Умбатрын. Мы хотим как минимум там тысячи или даже больше сделать пакеты. И вот мы лично, все депутаты, уже сделали много там пожертвований, и все, кто может, в очень удобной форме помогать именно тем, которые в зоне риска. И не только это. Есть и очень много знакомых врачей-реаниматологов. Я вам хочу сказать, что ситуация там совсем непростая. На самом деле оборудование, и не только оборудование, но и этих маск не хватает комбинезонов. Вот мы лично вот закупаем из наших средств сколько можем и передаем. А где вы закупаете? Говорят, что есть проблемы найти в стране. Где вы закупаете, господин Сырбу? Вы не поверите. Вот открываю интернет и ищу. Вот и на самом деле цены огромные. Я хочу точно сказать. Но вот покупаем, где находим, через интернет, и вот передаем врачам, медперсоналу, сколько можем. Я считаю, что все должны так делать. Потому что я видел, что сделали большое шоу, сколько секретариат парламента передал зарплату, но мы не знаем, куда ушли дальше эти деньги.